गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवां भावं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसिपुरपति भजवीशनाथं वागीशजस्वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविद्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे तस्यैव हेत प्रजते तको विदो न लभते यद्भ्रमतां पुरियद तल्लभते दुःखवद् अन्नतो सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसः तस्यैव हेत प्रजते तको विदो न लभते यद्भ्रमतां पुरियद तल्लभते दुःखवद् अन्नतो सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसः गौरी गोष्ठीपती শিশির ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ when he was just a boy Gaudiya Goshtipati Shishila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada он говорил когда я был маленький я шел по улице Калькатты и пришел в одно место и я шел с моим родственником и вот я шел, мы шли, разговаривали и услышали какой-то необычный звук. И я услышал, что какое-то животное кричит, как будто кто-то убивает его. И я был достаточно мал, и я спросил у... И мне было интересно, почему так, что случилось. И я спросил этого. Этого человека. И он сказал, что это ветеринарная больница, ветеринарная, где лечат животных. И вот там. Смотрите, вот там одна лошадь, она очень сильно кричит. Почему? Потому что доктора и помощники этих докторов, они держат эту лошадь и делают операцию ради блага этой лошади, чтобы она выздоровела. Но эта лошадь, она не понимает, что эти доктора и помощники этих докторов, они помогают ей, чтобы она выздоровела. И лошадь кричит, как будто ее убивают. И Шрила Прабхупада говорит, я был мал, но в то время я понял одну вещь, что те парамахамсы, будьте внимательны. Те, кто парамахамсы, какой же признак парамахамсы? Главный признак парамахамс в том, что всегда, когда бы они что-либо не делали, они хотят узнать что-то новое. Они извлекают урок отовсюду. И таким образом, чистые преданные парамахамсы, они всегда относятся к другим, как к своему гуру. И Шрила Прабхупада говорит, что парамахамсы, они никогда не относятся к другим, как к своим ученикам. Они
Шрила Прабхупад говорит, что главный признак Парамахамсы – то, что они относятся к другим, как к своей гурварге. Он всегда узнает новое. Он относится к другим, как к своим гуру. Для того, и узнает это всех, как совершать баджан должным образом. И Шрила Прабхупад говорит, что я был всего лишь маленьким мальчиком, но из этого, с примера этой лошади, я узнал нечто новое. Материалисты, они не понимают, что гуру Вайшнавы не хотят принести благо для них. И гуру Вайшнавы, если не говорят, что мы должны следовать каким-то правилам и предписаниям, это не для того, чтобы принести какие-то проблемы в нашу жизнь, а для того, чтобы защитить нас, для того, чтобы принести нам какое-то благо. Но проблема в том, что обусловленные души, они не понимают, что гуру Вайшнавы не хотят принести благо и думают, что они их враги. Джаганнадас Бабаджи Махарадж, плача, говорит: те чистые гуру Вайшнавы, те, кто очень иногда жестко говорят, почему? Для того, чтобы избавить нас от нашей болезни. Джаганнадас Бабаджи Махарадж говорит, что это главная проблема. Те гуру Вайшнавы, они хотят избавить нас от наших проблем и принести нам вечное благо. Они никогда не хотят обмануть нас, но, к сожалению, многие люди думают, что гуру Вайшнавы – это их враги. Джаганнадас Бабаджи Махарадж говорит так. И вот Шрила Прабхупад, когда он был мал, он смог понять это. И когда Шрила Прабхупад услышал, что почему кричит эта лошадь, она не понимала, что ее хотят вылечить, а кричала подобно тому, как ее убивают. И Шрила Прабхупад, он понял этот урок, преподанный лошадью. И также обычные люди относятся к гуру Вайшнавам как к врагам, хотя на самом деле они их лучшие друзья. И та шлока, с которой я начал, она очень важна, она из Шримад Бхагаватам. И вот в тот день я говорил Кришнадас Кавирадж Госвами. В этой шлоке говорит, что джива скитаясь по 14 мирам, то из них и если такая дживатма по своей великой удаче, она может встретиться с гуру Вайшнавами и получить семя бхакти от гуру Вайшнавов, посадить это семя бхакти в землю своего сердца. В Бхагавад-гите сердце сравнивается с полем. И вот там говорится, что сердце, оно подобно полю. Если мы должным образом будем взращивать наше сердце, точнее, взращивать семя бхакти в нашем сердце и поливать его водой слушания и повторения, то вскоре мы увидим, что из этого семени взойдет растение ляна бхакти. И эта ляна бхакти, она всегда требует какой-то поддержки. Ляна не может просто так расти. То есть, если она растет без поддержки, она будет просто плестись под земле. А для того, чтобы она росла ввысь, нужна какая-то поддержка, какая-то основа для этого.
Чайтанья Чайтамрите говорится, что это Лиана Бхакти, она может достичь Брахмалоки, наивысшей точки этой Вселенной, и даже прорасти дальше до реки Вираджи. Река Вираджа, она находится на границе духовного и материального мира. Ее предназначение для того, чтобы те, кто принимают омовение в этой реке Вираджа, то мельчайшее осквернение, вся грязь, которая у них есть, она полностью уходит. И вот душа, которая принимает омовение в этой Вираджи, она полностью очищается. И дальше там, после этой реки Вираджи, безличное сияние Брахмана, потом Садашива Лока, потом Вайкунха Лока. И потом, если у такой души есть огромная любовь к Кришне, то эта лиана преданности дорастает до Галоки, до лотосных стоп Шри Кришны. И вот эти шлоки, которые Махарадж произнес, на Бенгале это описывается, что эта лиана преданности может достичь таких высот. Пересечь реку Вираджу, безличное сияние безличного Брахмана Вайкунху и достичь самого Шри Кришны. Как в истории Гопа Кумара Санатана Госвами, он описывает, что он не был доволен, когда он достиг Вайкунтхи, он был в Раджавасе. И естественно, у него есть огромная любовь к Шри Кришне. И после этого Гопа Кумар, когда он возвысился выше до... И когда он вошел на Галоку, то Гопа Кумар увидел, что Кришна и все его спутники, друзья пастушки, они возвращались после того, как пасли коров, и вот они пели, и тем временем Кришна увидел его. И вот Гопа Кумар, когда достиг совершенства, он попал на Галоку, и Кришна увидел его, и он побежал его, чтобы обнять, и спросил у него один вопрос: «О, мой друг, почему ты так долго не приходил, почему ты опоздал?» То есть вопрос в том, что почему не совершал баджан должным образом и так долго достигал Галоки. И вот суть в том, что бхакти-лата, лиана преданности, она может достичь Вайкунтхи, Галока, Вриндавана. И на Галоке есть три области: Дварака, Матхура и Раджа-дама. В Чайтанья Чайтамрите говорится, что она может достичь лотосных стоп Шри Кришны, это лиана преданности. Шукадев Госвами говорит: если разделить эти слова, то в этой шлоке говорится, почему дживы, они скитаются по всем 14 мирам. Those who are having knowledge about this, you know, the situation of this material world, this is the situation. Most unstable is life is most unstable. You are making relations with so many things around you, all unstable. You are going to make relations with all of them. You are
То есть мы, находясь в этом мире, у нас мы вступаем в отношения с разными людьми. И эти отношения, они становятся причиной нашей порабощенности. И Кришна Бхагавадгите говорит такие слова. Почему дживы, они... Кришна, он не заинтересован в том, в наших благих, благочестивых или греховных действиях, поскольку результаты этих действий мы получаем. То есть мы получаем результат всех наших действий, никто не может остановить нас, остановить эти последствия. То есть любые действия, на каждое действие есть свое противодействие, мы должны страдать от них, страдать или наслаждаться. Если мы совершаем какие-то благочестивые поступки, то мы попадаем в рай, а какие-то греховные, мы попадаем в ад. И говорится, что рай, он более опасен, поскольку там много разных наслаждений. И мы можем привыкнуть к этим наслаждениям, и потом тяжело нам будет расставаться с ними. Как, например, если мы жили в какой-то... в какой-то холодной стране, то потом, если мы попадаем во Вриндаван, то мы будем страдать от высокой температуры. А если мы попадем в ад, то в аду у нас не будет привязанности к адским условиям, и мы не будем желать находиться дольше там, нам это надоест, мы захотим уйти из этого места. Но попадя в рай, можно запросто привыкнуть к райским условиям, к райским наслаждениям, и редко кто хочет избавиться от райских условий и попасть в какое-то другое место. Там нет болезни, нет страданий и прочего. И поэтому в раю можно запросто потерять чувство, как сказать, чувство мира, так скажем. Наватам Такур говорит, что быть в раю более опасно, чем в аду. Поскольку вот из-за того, что Махарадж рассказал, и вот Наватам Такур в Киртане говорит, и Гуркишода с Бабаджи Махарадж, у него была книга из киртанов Наратам Такур. Он всегда носил с собой эту книгу Прама Бхакти Чандрику и Прартхана. Вот у него всегда были две эти книги. И вот Гуркишода с Бабаджи Махарадж думал, что это более чем достаточно, чтобы обрести Кришну. Мы можем запомнить тысячи шлок, но этого мало. Практически каждый хочет получить какое-то благо из своего баджана. Чистые вайшнавы не совершают баджан для удовлетворения Кришны, а обусловленные души, они ради своего блага, они
не могут избавиться от материального рабства. Что говорить о том, как спасти других? Как если у вас есть какая-то заразная болезнь, то как вы сможете сами спасти кого-то, если вы сами болеете разными болезнями? То есть для начала вам самим надо вылечиться, и поэтому Прохлад Махарадж говорит вот эти слова Бхагаватам. И Прохлад Махарадж говорит, что они слепы, они не могут видеть сами, как они могут вести кого-то. Сейчас я скажу несколько слов о прямом осознании. И Гаура Кешода с Бабаджи Махарадж, он думает, что Парахтана и Према Бхакти Чандрика, их более чем достаточно. С этими двумя книгами я могу достичь Кришны. Я, сидя на Вьясасане, я не говорю ложь. В один день, если у вас будет возможность, если вы получите, я ясное представление о Практане и Према Бхакти Чандрике, вы обнаружите, что весь Рагануга Баджан, он там. А мы были невежественны и изучали какие-то другие большие шастры. И в этом проблема. Осознание — это не шутка. Если у нас есть много денег, мы можем пойти и... и купить какие-то книги, но осознание мы можем получить только по милости Гуру Вайшнава. Слышно? То есть можно получить саньясу, но он... этого мало. Нужно, чтобы у нас было полное осознание всего. А просто от саньясы толку мало, поскольку если мы примем саньясу, то все полубоги, злые духи, они все начнут нам препятствовать. Много полубогов в Кешаре, когда где Шанта Махарадж основал матх, там проповедовал Шимананда Прабху, и в то время одна деви, она хотела причинить какие-то проблемы для него, она и вот эта ведьма, она питалась этими козлятами, и когда она пришла к Шанти Махараджу, то Шанти Махарадж прогнал ее, но ей стало стыдно. И она изменила свой образ жизни. Те, кто принимают саньясу, то моя иллюзия, она будет беспокоить их с большей силой, чтобы такой человек, который принял саньясу, он оставил ее. И без осознания, осознания мы не можем продвигаться даже на дюйм на пути баджана. Я могу привести пример, вы будете смеяться, очень прекрасный пример. Однажды один профессор Веданты, он знал Веданту, он мог говорить часы за часами о Веданте. Он работал в Бенарес Хинду университете, это с такой мировой университет с мировым именем в Варанаси. И вот он был знаменитым профессором, преподавал Веданту, и однажды после обеда он пришел домой, и жил он неподалеку, и его жена приготовила какую-то еду для него, и вот он
обычно обедал и возвращался назад на работу, и вот он начал есть, и тут заметил, что жена соль забыла положить, что какой отвратительная еда, какая отвратительная, соли там нету. И вот жена всего лишь забыла соль положить, и он сказал, что я не могу ничего есть, там нету соли. Ну что делать, случайно забыла положить, могу сейчас насыпать, нет, не надо, как я могу есть еду без соли. Если я соль отдельно буду есть, то какой вкус я получу? И эта жена сказала такие слова. В общем, они были прекрасным уроком для него. Она сказала. И вот она сказала. Я думала, ты великий ученый Веданты, ты черпаешь вкус с Веданты. Преподаешь Веданту, но я думала, что ты получаешь вкус с этой Веданты. Я думаю, но сейчас я думаю, ты получаешь вкус от чапати самсы, а не от Веданты. И когда этот человек услышал это, он был поражен. Моя жена преподавала мне такой великий урок, и он ушел из дома. И назад он уже не вернулся. Он думал. И вот он понял, что его жена, она его шикшагуру, и сегодня она преподала мне такой великий урок, чтобы я смог развить вкус, настоящий вкус к Веданте. Моя жена сказала, что я не получаю вкус от Веданты и ищу вкус в чапати, в сабже. И этот день стал его поворотной точкой, он оставил все и ушел навсегда. И в тот день Веданта, она пролила на него всю свою милость. И вот этот профессор получил милость Веданты в этот день. И он оставил свое преподавание и ушел из дома. И еще один случай я могу рассказать. Один великий ученый, вот тоже ведантист был, пандит, и посреди великого собрания пригласили его говорить лекцию о Веданте. И вот он был великий ученый и какой-то саду. Он совершал баджан. И почему? Но он не был таким ученым в Веданте. Он поклонялся Веданте, читал немножко, и он тоже был приглашен. И вот все говорили лекции насчет Веданты, и после этого этот саду, он сказал, я ничего не знаю, кто я в сравнении с этими великими учеными. Нет, ты должен говорить. И президент собрания сказал, что он должен говорить, ему дали микрофон, и он повторил вандану и начал говорить что-то о Веданте из своего осознания, то, что он осознал. И вот он говорил из своих собственных чувств о Веданте. И по милости Гурудева все эти ученые, они были восхищены, они спросили, где вы учились, вы наверняка защитили докторскую степень по Веданте. Нет, я нигде не учился. У меня нет никакой философской степени на тему Веданты, но как вы так восхитительно говорите, такое глубокое осознание Веданты у вас откуда? И этот саду сказал, если вы не обидитесь на меня, я хочу сказать вам, да, говорим и слушаем, с каким чувством вы начали читать Веданту. И этот саду спрашивает у этих ученых. Вы великий ученый, да. С каким чувством вы начали изучать Веданту? Скажите.
Да, мы хотели стать учеными, знаменитыми учеными на тему Веданты. И вот Веданта она сделала вас ученым, вы получили все ваши докторские степени на тему Веданту. Веданты, все, что вы хотели, вы получили от Веданты. И так Веданта исполнила все ваши желания. Но когда я начал изучать Веданту по милости Гурудева, я никогда не ожидал, не хотел получить никакие ученые степени на эту тему. Только день и ночь я молился Веданте, чтобы она даровала мне прямое осознание ее. Я не хотел стать ученым Веданта Сутры, чтобы люди оказывали мне почтение. И вот то, что вы хотели получить, вы получили, я получил то, что я хотел. И с этого примера мы должны знать, что мы можем стать саньяси или принять одежду Парамахамсы. Мы вольны делать то, что мы хотим, но прямое осознание, где мы обретем, это главное осознание. Без осознания, без милости мы не можем продвигаться по пути баджана. И та шлока, с которой я начал говорить, самосознавшие себе души, у которых есть настоящее знание. И вот по милости гуру вайшнавов, они путешествуют по всем 14 мирам, но они никогда не стремятся к невечным вещам. Всегда, когда мы вкладываем нашу энергию, то есть по-настоящему разумные люди, они не стремятся к невечным вещам в этом мире. Они стремятся получить что-то вечное. У нас есть единственная связь с Кришной, и это причина, по которой мы получаем наказание из этого материального мира. А причина это в том, что мы забыли нашу вечную связь с Гуру Вайшнавом и Бхагаваном. И вот если мы забываем о том, что у нас есть связь только с Верховным Господом, то тогда майя, она наказывает нас. Бхагаван, он не один, это Бхагава-таттва, Гуру Вайшнава и Бхагаван. И поэтому, забыв о нашей вечной связи с Верховным Господом, мы получаем наказание от майи. И вот в тот день я забыл произнести одну шлоку, сказанную Рупой Госвами. Вот эта шлока. И вот никто не может избежать результатов своей кармы. Вы должны сами страдать от последствий своих собственных действий, и поэтому Кришна не заинтересован в нашей благочестивой или греховной деятельности, поскольку мы все получим результат, и Кришна не думает об этом. Но когда мы начинаем бхакти, то Кришна, он уже заинтересован в нашем продвижении. И в этой шлоке, с которой я начал, те, кто по-настоящему разумны, они никогда не стремятся к вещам, которые не вечны, временны и переходящие. В этом мире мы можем получить богатство, наслаждение, но
они все не вечны, но бхакти, и вот те по-настоящему разумные люди, они стремятся к вечному, к бхакти, они стремятся обрести то, что недоступно во всех этих 14 материальных мирах. Если мы хотим решить проблему нашей жизни, обрести силу, избавиться от всех проблем, которые есть в этой жизни, какая ваша цель в этой жизни? Просто избавиться от проблем или обрести что-то вечное? Мы хотим обрести. Иногда мы стремимся к счастью, но по нашей карме оно не полагается нам, и мы не можем его обрести. И мы хотим решить какие-то проблемы, но эти проблемы иногда снова и снова приходят. Кто-то меня однажды спросил, могу ли я дать определение этой материальной жизни. Одним словом, чтобы те, кто не сведущий в Писаниях, они могли просто понять. Я сказал, смотрите, если взять все проблемы в этом мире, собрать в одно место, и это зовется семейной жизнью. Все проблемы в одном месте, это есть, как сказать, олицетворение такой материальной семейной жизни. Но мы не стремимся к каким-то, к этой материальной жизни. И Майя, она когда она куда-то идет, никто не может остановить Майю. И если кто-то попадает на путь, оказывается на пути Майи, то Майя, она просто давит его. Если мы осознаем, что такое кал, время, несмотря на возраст, убеждения ваши, возраст, если вы поймете, что такое время кала, кала значит, что значит кала, время, материальное время. И любой, кто попадает, оказывается на пути этого вечного времени, оно, это вечное время, оно... оно да, буквально давит тех, кто оказывается на пути вечного времени. И вот сегодня день Акшая Трити Чандан Ятра. Я не буду говорить об истории Чандан Ятры, что она началась тогда. И суть в этой Чандан Ятры в том, что перед тем, как начать что-то говорить о Чандан Ятре, я хочу возвысить вас на тот уровень, чтобы вы поняли, я знаю, наш ум, он иногда отвлекается на какие-то материальные вещи, и, по крайней мере, я хочу возвысить вас на тот уровень, чтобы вы поняли, что это такое.
И сегодня день Чандан Ятры. И сегодня день Чандан Ятры. Это Шрила Мадхавендра Пурипад. Почему я говорю о Мадхавендра Пурипаде? Поскольку, не говоря о Мадхавендра Пури, как я могу находиться на пути Гауди Баджана? Говорится, что Мадхавендра Пури, он основа, он подобно колонне Гауди Баджана, Гауди Сампрадая. И вот Мадхавендра Пурипад, у него есть огромная бхакти, настолько сильная, настолько великая бхакти, что Кришна был вынужден прийти к нему не во сне, а физически даже. Кришна был вынужден прийти к нему, не было другого варианта, настолько огромная любовь, огромная привязанность, преданность была у Мадхавендра Пури. Пытайтесь понять, когда на Гавадхане, например, если вы возьмете какой-то камень с Гавадхана, то камень может говорить с вами, но вы сами вы должны быть на том уровне, как Шри Чайтанья Махапрабху, он говорил, точнее, камни говорили с ним, деревья, животные. Мы можем также говорить с Гирираджем, но мы сами должны возвыситься до этого уровня. Мы сочетание Махапрабху, если у нас будет связь с сочетанием Махапрабху, то мы можем говорить с Гирираджем. Сочетание Махапрабху плачет и проливает слезы. Махапрабху, он перед Гирираджем повторяет святые имена. Чайтанья Махапрабху, он сам Шри Кришна, но когда он видит Гирираджа, он плачет и совершает абхишек своими слезами. И этот Гирирадж, он оказался впоследствии у Рагхунатха Даса Госвами, и однажды Гирирадж и Гунджа Мала, они были даны Рагхунатху Дасу Госвами. Я могу говорить об этом в дальнейшем, на день ухода Рагхунатха Даса Госвами. И что я хочу сказать, чтобы вы поняли, что такое бхакти. О бхакти у нас есть какие-то негативные представления. Мы находимся на пути баджана, все, ставим тилок, но у нас нет прямого осознания. И чтобы мы что-то поняли о том, что такое настоящая бхакти, я хочу рассказать о Чандан Ятре Махамахотсаве. Но перед этим я хочу сказать о Расамрита Синдху с Рупа Госвами Пада. Что значит бхакти? Что значит бхакти? Есть много определений бхакти, но здесь в бхакти Расамрита Синдху мы можем получить определение от Рупа Госвами. Клешагни Шубхада Мукха Рагутакри Шудурлава Сандранандо Вишешатма Сикишнакаршани Чоса. Because bhakti is feminine gender. Bhakti. Bhakti is feminine. Это. So now как сказать?
Шри Махарадж сейчас будет говорить об этой шлоке и потом о Чандан-ятре, о том, какая о преданности Мадхавендра-пурипада, которая есть колонна, подобен основанию колонии Гауди-сампрадая. Откуда, какие признаки того, что мы совершаем бхакти? Есть признаки, если я посмотрю на них, я могу понять. И вот Рупа Госвами говорит, Клешагни, любые клеш, значит, страдания. В вайшнавах мы не можем найти никаких, они не страдают, они всегда довольны. Они находятся в таком в экстатическом чувстве. Вайшнавы, они не могут, они не думают о проблемах, они не заняты проблемами в этом материальном мире. И поэтому я говорил и о шлоке из Брихат Бхагаватамриты раньше. Вы можете вспомнить Кришна. И вот я говорил об этом шлоке, но не все помнят. И через наш если у нас есть осознание, то через наше поведение, наш идеальный характер мы можем изменить других людей. И вот Клешагни первое. Если мы получим милость Бхакти Деви, главный признак то, что мы не должны чувствовать никаких страданий. Мы не должны чувствовать никаких страданий. И вот Клешагни Субхада. Значит, благоприятное значит не просто обычные люди. То есть сегодня какой-то бизнесмен сегодня благоприятно, он поклоняется Ганеше, чтобы заработать больше денег. Но такое, но это не есть настоящее благоприятное, а настоящее благо. Я говорю о том, что благоприятно для нашей души. Бхакти, только бхакти, она по-настоящему благоприятна для нашей души. И субхода, значит, на санскрите субхо, значит, благоприятное, да, значит, давание. Мокша, значит, что мы хотим слиться с безличным Браманом, мы хотим избавиться от страданий в нашей жизни, мы совершаем аскезы. И вот Клешагни Субхода, мокша, перед бхакти, если мы получим вкус к бхакти, то что мы будем чувствовать? Мы почувствуем, что мокша, освобождение, оно бесполезно. В сравнении с бхакти, мокша, оно бесполезно. Кришна говорит, если я обрету мокшу и прочие другие совершенства, то они не нужны мне. Мне нужно только чистая бхакти. Прохлад Махарадж говорит об этом. Когда Нарисимхадев говорит, Прохлад, возьми что-нибудь, поскольку я пришел к тебе, я тот, кто
тот, кто дает благословление среди всех я главный источник всех благословений, я пришел к тебе. И почему же ты не просишь никаких благословений? Ты должен спросить что-то у меня. И какое благо? О, Прабху, благослови меня так, чтобы ни капли камы вожделения не было в моем сердце. И этого попросил Прахлад Махарадж, чтобы не было ни капли вожделения. И Прахлад Махарадж настолько умен. Прахлад Махарадж, он хотел получить подтверждение от Нарисимхадевы, чтобы он избавил его от всего возможного вожделения, которое могло быть в его сердце. И даже мокша. Кришна хочет даровать нам мукти, нет, нам не нужно мукти. Настоящее определение мукти, согласно Гауди Сиддханте, я говорил об этом, какое настоящее определение мукти. Что значит мукти? Настоящее определение мукти, согласно Гауди Даршану. Если у нас есть настоящая сварупа Кришнадаса, то тогда это наша мукти. Иначе то мукти, а другой мукти — это не настоящее освобождение. И Брахма говорит, о Господь, те, кто хотят, выражают свою гордость тем, что они уже освобожденные души, то такие они могут пасть, поскольку они не придают значения служению твоим лотосным стопам, без которого, без этого служения мы не сможем получить настоящее освобождение. Кто это говорит? Сам Брахма. И вот такие, кто игнорирует служение лотосным стопам Верховного Господа, они не могут получить настоящее освобождение. И вот Клеша. Не думайте, что бхакти — это что-то дешевое. И поэтому перед Юстишир Махараджем Нарада Махарадж сказал, что Кришна настолько умен, он, Кришна может даровать нам все деньги, положение, уважение, богатство, но Кришна дает это все всем желающим, но бхакти он не дает до тех пор, пока он не убедится, что мы по-настоящему хотим бхакти. Если мы принесем с рынка глиняный горшок, налим в него воды, то летом из-за влияния этой глины вода будет охлаждаться в этом горшке. Но если... А еще перед тем, как покупать этот горшок, нужно проверить, чтобы он звенел хорошо, поскольку если
этот горшок не звенит, он дырявый либо треснутый. И также Кришна перед тем, как даровать нам бхакти, он будет проверять нас на то, что мы по-настоящему достойны бхакти. И Кришна, он сначала даст нам кучу проблем, и потом, когда Кришна проверит нас, что мы достойны обрести бхакти, то тогда он только дарует нам бхакти. И поэтому перед Юдхиштхир Махараджем, Нарада Махарадж говорит: «О царь, Кришна настолько умен, он никогда не хочет даровать бхакти без какой-либо проверки». Даже мукти, если вы хотите мукти, освобождение, деньги, положение, славу или что-то еще. То Кришна все это может дать нам. Если вы хотите получить пост Брахмы, то или пост Шанкара, то Кришна все это может даровать вам. Но бхакти это очень редко. И вот Кришна перед Юдхиштхир Махараджей говорит: Кришна дадати мукти. Кришна может даровать вам мукти, но не бхакти. Бхакти-йога настолько редка, что в Чайтанья Чаритамрите говорится: Кришна может даровать нам мукти, а бхакти Кришна не хочет никому давать, он это держит в секрете. И после этого, когда мы проверены, то тогда Кришна может давать нам бхакти. И вот это судурлапа очень труднодостижимо. Кто-то, может, изучал физику. A milk or different kind because milk is some not proper milk. Viscosity, you know? Viscosity? Actually, viscosity means. И вот. This water is there. У воды есть качество. You cannot see it properly. Мы не можем видеть. In this metal body. Но. This water making some angle bent due to viscosity. Hold. Как по-русски? Вискозити. По-русски. Вискозити по-русски. Ну, в общем, у воды есть качество. Обрести блаженство, вечное блаженство, которое полностью захватывает наше существо. Если мы обретем бхакти, мы можем буквально потерять себя в этом трансцендентном бхакти. И в Бхагаватам говорится, вот такие слова. Один человек, который напился вина, он уже не может контролировать себя. И этот, если человек, он оказывается пьян, он уже не может ходить, не может думать, одежда есть на нем или нет. И один пример я могу привести. Гуру Махарадж говорил о нем, что однажды мой Гурудев и они отправились в Бардаман, какое-то место, и между
и Вадас Бабаджи Махарадж тоже поехал куда-то на бычьей упряжке. И вот они поехали куда-то, и особенность Вамши Вадас Бабаджи Махараджа, когда он видел какой-то баньян, то он думал, что это Вамшиват, он сразу останавливался, начинал поклонение, совершал арати этому Вамшивату. И таким образом, и вот они увидели, и увидели его, нашу Гурвагу, увидели они его, поклонились и пригласили его на праздник с собой. И вот Вамшивадас Бабаджи Махарадж сказал, что вот сейчас поедет. И вот, а когда они уехали, Бабаджи Махарадж уже забыл всего, куда-то приглашали, он дальше продолжил поклоняться Вамшивату. И вот другой пример. Однажды Гуру Махарадж мне рассказывал, куда-то они ехали и увидели какого-то человека в прекрасной одежде. Он лежал в канаве. И Гуру Махарадж говорил, и вот мы видели какой-то человек в прекрасной одежде, в золотой цепи на шее, лежал в канаве. И вот его слуга там пытался вытащить его из канавы, просил, что вставай, вставай, ты в канаве лежишь, а этот человек напился, то и ему было там хорошо в этой канаве. Но поскольку он был пьяный, ему было уже все равно, где он находится. И вот если вы обрели бхакти, то вам уже, то есть если вы обрели бхакти, то уже все другие проблемы в этом мире, они не будут уже вас задевать, поскольку вы обрели самое ценное. И вот Клешагни, Субхада, Кришна, он может чувствовать, он, наша бхакти, она может привлечь самого Шри Кришна. Но что такое настоящая бхакти? Мы не можем понять, что такое настоящая бхакти. Мы теряем время под именем бхакти. И я, сидя на Вьясасане, говорю это, что многие теряют время под именем бхакти, поскольку если мы получим вкус к настоящему бхакти, то все наши проблемы, они перестанут нас беспокоить. Единственная проблема в том, что у нас, мы не можем получить настоящее бхакти. И о каком, какой бхакти имеет Мадхавинда Пурипад, что он смог привлечь самого Шри Кришну? Можно вспомнить, много раз я говорил о том, что когда мы повторяем Харинам с утра, с трех утра, то Шрила Прабхупад говорил, повторять Харинам и встретиться с Кришной, это то же самое. Будьте внимательны, совершать Харинам и встретиться с Кришной, это то же самое. Можете ли вы совершать такой Харинам?
Иногда мы повторяем Харинам, нас клонит сон или еще куда-нибудь. Анартхи. Из-за анартхи. И никто не хочет даже избавиться от анартха уже. Хотят получить саньясу или стать ачари, не избавившись от анартхи. Один слепой человек, он не может быть ведомым другим слепым человеком. А почему? Поскольку мы мы не хотим, то есть если мы сами находимся в обусловленном состоянии, как мы можем спасти кого-то? Если мы сами обусловлены душа. И поэтому Прохлад Махарадж говорит, мы должны говорить о чистой преданности, всю нашу энергию, деньги, силу, усилия мы должны посвящать распространению чистой преданности. Мы не должны показывать какие-то фокусы под именем проповеди. И вот сейчас Шри Кришна, если у нас есть бхакти, если мы получили милость Гурудева, то будьте уверены, что в этой жизни вы обретете Кришну. Вам не нужно ждать следующей жизни. Если ваш Гурудев Садгуру, если вы искренне, то вам не нужно ждать следующей жизни. В этой жизни вы можете обрести Кришну. Я говорю о том, что Кришна был, он привлечен Мадхавендрой Пури, какую огромную преданность, какую любовь, какое влечение он имел к Шри Кришне, что сам Шри Кришна, повелитель всех, всего мира, всех вселенных, что сам Кришна, он был вынужден прийти к Мадхавендрой Пури Паде. Посмотрите, какой великолепной бхакти он имел. История Чандан Ятры, она не столь важна, что Мадхавендра Пурипад, он пошел за Чанданом ради Гопинатха, это, конечно, важно, но не до такой степени, как бхакти, великая бхакти Мадхавендра Пурипада, тот Мадхавендра Пурипад, который не просил даже ни единого чапати ни у кого, он ничего ни у кого не просил. Даже молока не просил, ничего, даже воды ни у кого не просил. Почему? Поскольку он был полностью доволен своей преданностью, он был поглощен в, он погружен в трансцендентное блаженство, он полностью был. И иногда кто-то чувствовал, что нужно напоить его молоком, но ничего не прося. Если кто-то дает ему, то он принимал это. Но сам он никогда не просил. И как Мадхавендра Пурипад, он совершал Гаудхан Парикраму, и после этого он сел отдохнуть, ну, имеется в виду, сел повторять Харинам. Мы отдыхаем, мы просто лежим и спим, а Мадхавендра Пурипад, он повторяет Харинам. И вот, когда мы слушаем Харикатху, то Рамананда. И вот
can come next morning. So crying and speaking, what to speak about rest? You are speaking about my rest? Huh? What do you mean? If you go away, if we are speaking Harikatha and Kirtan, that is where I see. И вот этот преданный сказал, что Махапрабху, что есть Харикатха и Киртан, это мой настоящий отдых, а если вы куда-то уйдете, то я не смогу по-настоящему отдохнуть. Как, пока вы говорите Харикатху, это мой настоящий отдых. И вот это было в Гамбхире Махапрабху говорил тем преданным, когда вы говорите Харикатху, это мой отдых, а когда вы уходите, то это есть мой настоящий отдых. Отдых Мадхавинда Пурипада, значит, он повторяет Харинам. И каждое имя, святое имя, которое он повторяет, это оно подобно встрече с Шри Кришной. И он не, поэтому он ничего не просит ни у кого. Кришна был вдохновлен и привлечен его преданностью, что он сам с горшком молока он пришел к Мадхавинда Пурипаду. О, Баба, прими это молоко. Почему? И вот Мадхавинда Пурипад спросил, откуда ты знаешь, что я пощусь? А как откуда? Вот тут Матаджи приходили за водой в Говиндакунду, чтобы взять воды, и они увидели, что ты сидишь и постишься. И они сказали мне, что вот тут Баба постится, и они послали меня с этим горшком молока, чтобы я принес его тебе. И я пощусь. И Кришна говорит. И вот Мадхавинда Пурипад, он взял этот горшок молока и смотрел на него. Кто он настолько прекрасен? Он не осознал, что Кришна пришел к нему. Он чувствовал великое влечение к Шри Кришне, но по милости Йога Майи он не мог осознать, что это сам Кришна. И вот так Кришна ушел. Он сказал, что я приду, заберу горшок, ты выпей молоко, пока молоко. И вот Мадхавинда Пурипад, когда он выпил это молоко, он повторял Харинам. И после этого ночью Гопал пришел к нему во сне. Он он как бы в полудреме находился. И сказал, что я долгое время жду, я Гаудхандари, кто ты, я Гаудхандари Гопал, я нахожусь здесь, рядом мои севаки, они, испугавшись нападения мусульман, они спрятали меня в джунглях и ушли. И я долгое время жду здесь, я был установлен в Аджанабхе. Я нахожусь и там, в джунглях, и где-то, и вот, и вот Мадхавинда Пурипад, он со всеми в Раджавасе, они нашли Гопала, и этот Гопал в Натхадваре, он сейчас находится в Натхадваре. Он сын Валабхачарья. Битал из-за мусульман его туда в Гуджарат перевезли в Натхадвар. Я был там два раза, Гопал. Гирирадж. И вот тот Гопал, он был обнаружен Мадхавинда Пурипады.
И вот совершили абижек из воды Говиндакунды. И тогда они потом совершили анакут. И после этого, когда Мадхавиндапурипад, он лучший из отреченных, он не просил, смотрите, ни у кого ничего. И этот Мадхавиндапурипад, он обрел, он... обрел 10 тысяч коров. И после этого я кратко говорю, потом Кришна пришел к нему во сне. Но потом и вот как Кришна, он дал указание ему Мадхавиндапурипаде, и вот он впоследствии он опять явился к нему во сне, Кришна, и сказал, что я так долго находился в джунглях Гавардхана, я страдал от жары, от солнца, и ты должен пойти набрать чандана. Ты должен пойти в Южную Индию и с камфоры чандан растереть, с камфоры, и предложить его мне, нанести на мое тело, и тогда мое тело, оно охладится. И вот Мадхавиндапурипад, он дал указание своим ученикам, чтобы они поклонялись Гопалу, и пошел, чтобы собрать чандан с Орисы. И вот он пошел в Кира Чура Гопинатх, потом он, была история с этим Кира Чура Гопинатхом, где Гопинатх, он украл кир для своего преданного. Смотрите, что Гопинатх даже готов был стать вором, он украл кир для своего преданного. И после этого Мадхавиндапурипад ушел в Пури, в Нилачал. И там он собрал чандан и все остальное с помощью царя. Где Вриндавана, где Пури? Больше чем 2000 километров, а Мадхавиндапурипад, он пошел пешком. И тем временем Кришна, он в общем, Махарадж рассказывает историю про Кира Чура Гопинатха, и когда он с Пури принес чандан, проходя мимо Римуны, Гопинатх явился к нему во сне и сказал, что тебе не нужно нести чандан до Вриндавана, ты можешь здесь предложить мне чандан, и я получу тоже благо, поскольку тело Гопинатха, оно не отлично от моего.
Преданные, они не хотят И Мадхавендра Парипад, когда Махарадж немножко назад вернулся к истории про то, что Гопинат украл Кир для него. И вот Мадхавендра Парипад, когда Гопал опять явился к нему во сне и сказал, что можно предложить этот чандан Гопинатху, он пошел к этим пуджари Гопинатха, сказал, что рассказал про свой сон, и сказал, они согласились, они организовали каких-то людей, которые тюрили чандан, и впоследствии пуджари предлагали Гопинатху. Говинда Гопинатхи, Мадана Махана, они не отличны друг от друга. И вот эта Чандан Ятра продолжается 21 день, и за этот 21 день Чандан, он кончился, и он находился там, это 21 день Мадхавендра Пури. И я также слышу, что Мадхавендра Парипад оставил тело рядом с храмом Кхирачура Гопинатха, и там его самадхи буквально в 50 метрах от Кхирачура Гопинатха. Я был там несколько раз в этом месте, где самадхи Шилы Мадхавендра Пури, когда бы и вот там один Бабаджи Махарадж живет, он и вот он, вот мы вместе с ним мы совершали киртан, парикраму вокруг этого самадхи Мадхавендра Пури. И вот с тех пор с праздник Чандан Ятры мы должны следовать Мадхавендра Парипаде, Нитьянанде Прабху, чтобы мы также смогли обрести такую великую преданность. Почему, если наш Гурудев, он смог обрести эту преданность, то мы его ученики, почему не можем? Мой Гуру Махарадж был Сидда Махатма, и мы можем обрести тоже огромную преданность, которая была у него. Мы должны иметь в этом огромную веру, мы должны воспевать Харинам. Лучше, если мы будем начинать до восхода солнца с Вринда, мой Гуру Махарадж, он рекомендовал, чтобы у нас должна быть тут Туласи. Мы должны помнить Мадхавендра Парипаду и Ишвару Парипаду. Они получили все сокровища от своего Гурудева. Кто-то говорит, что для нас невозможно обрести силу от Гурудева. Но почему? From other people,
от Мадхавинда Пурипады, вся сила Бхакти-Шакти, она была передана Ишва Пурипаду. Если мой Гурудев Сиддха-Махатма, то мы также по его милости можем достичь его уровня. И вот на сегодня все, и на следующий день я буду говорить о Дживататве. Если вопросы какие-то есть.